Слушай, я где не бываю, там что-то да забываю. Хорошо, что это. Я говорю, хорошо это здесь. Недалеко. Чуть-чуть отошли только. Я бы так тоже тебе. Вот. А я иду и говорю, чуть-чуть отошли, и ты это вспомнила. Мужик, знаешь, как говорит, сейчас сказал интересно. Лучше быть активным, чем радиоактивным. Так, что пойдем? А куда мы идем? Ну, нам по этой стороне все время получается тогда идти. Пошли, по той мы уже ходили. Фух. Вот это я поел. Прям от души. Я же еще это камеру выключил, когда стал булочку с творогом кушать. Бесподобная, мягкая такая. Пошел еще взял не с творогом, а такую завитушку. Плюшку взял. Тоже вкусно. В общем, все, что мы брали, все, что мы кушали, все вкусно. На ужин, думаю, придем туда. Вот Буковая роща. Здесь вот первый этаж, ресторанчик. Слушай, надо все-таки молока купить. Кофе хоть такого как. Растворимого? Да. Слушай, а вот тут вообще вот если жилье, да? Вообще рядом. Вот вышел и пошел. Что тут? Табличка: в этом доме жили заслуженные врачи РСФСР, активные общественные деятели города-курорта Железноводска Ольховский Сергей Иосифович и Ольховская Диана Тевфиковна. Вот отчество какое интересное. Тевфиковна. Почти по 100 лет. Муж с женой. Ага. Да, там смотри, до 100 лет он не дожил. 5 лет. 4-5, да, 5 лет. А она? Слушай, они в один год ушли, да? Слушай, это они войну пережили, да? Да. 21-24. Небось, где-то в госпитале работали. Слушай, а если тут под немцами территория была... Наверное, эвакуировались куда-то или также могли работать тут? Они еще даже не закончили. 21-го года, 41-го года, а ей еще на 24-го года. А, вон, да, столовка. Нет, я уже не хочу никуда, мне... Что? Очень вкусно, говорю. Да, да. А что там на ужин, ты говоришь, будет? Куриные филе с макаронами и салатом. И все, и другого ничего нету, да? Ну ладно. Фух. Интересно, я думаю, до ужина я проголодаюсь. Я так налопался. Ну, не переел, а нормально покушал. Я прям вот... Прям от души так. Я прям вообще вот не переела, прям отлично доела. Ну, тогда получается, если бы ты полную порцию взяла, то, наверное... Нет, он такой солнце, что там жидкость-то? Легкий. Просто хочу сказать. Все, неизвестно. Вспоминай. Где-то за этим санаторием туда, наверное, вот где вот те дома, там, наверное, проход. Надо сейчас почти посмотреть. Чтоб туда идти покороче. Жалко, вы не знали про эту столовую. Прям вообще не против, правда, это в нашей плотовой. Ну и что, что жалко? Мы... А когда бы мы еще там кушали? Мы вчера только в Пятигорске покушали, все, мы больше нигде не кушали. А это что? Так, мы в горку идем. Тяжело идем. Слушай, сейчас домой дойдем и проголодаемся.
интересно, кто мне звонил? Сейчас трубку поднял, и не эта тишина. Так, сбросили. Вот еще что-то строит там. Вот смотри, Люд, вот тут, видишь, какой-то проход еще есть туда. Вот. Куда он приведет? А? Ну да. А. Я говорю, дорога вот эта. А ты молоко сейчас хочешь купить? Ну, это вечером, наверное. Сейчас опять смотри, если ты сейчас поешь. Скоро ужин. Туда-сюда. Сейчас воду надо. Сейчас дойдем как раз и воду туда-сюда пить. А потом туда-сюда надо идти опять воду пить. Тут сплошной водопой. Да. Вот я говорю. Нет, я тут тоже смотрел, там это, блин, уже забыл, что ж написано, там грязи там тоже всякие, типа, по-моему, продают. Ну вот мы уже, считай, дошли до нашего домика. А, вот он рядышком. Я что пошел? Что пошел по этой стороне? Думаю, с этой стороны снять еще. Прикольный домик. Давай, давай, отдохнем. Не, ходить хорошо, когда если у тебя это, колени нормальные, а у тебя проблемное колено, у меня проблемное колено, ну, я не знаю. А там, вот сюда, к этому старому дому выводить, там надо посмотреть за домом, что еще, какая территория. Реставрацию, видно, будут делать. Минут 10 тут идти, да? Да, да, да. Дом старенький, реставрировать буду, да? Или что? Или разрушить? Не, если бы его разрушить хотели, да? Его просто развалили бы и все. А его, видишь, это, огородили. Я не знаю вообще-то. Просто предполагаю. Может, какой-то значимый дом в свое время был. Может, действительно хотят сохранить и отреставрировать. Да, он горел, по-моему. Вон рама закопченная. Не знаю, горел или не горел. Ё-моё! Ё-моё! Вот это да! Это как можно напихать так было? Мусора-то! Фу! Вонище! Люда, посмотри! Ну глянь! Охренеть! Там, да, там вот так все мусором забито просто! Это откуда столько мусора туда натаскали? Кто-то таскал? Фу, боже мой. Чё? Тянет на помойке. А? Тянет на помойке. Слюта, не хочется эти постройки посмотреть. Я бы внутрь даже зашел, но... Блин. Может, там живет кто-то все-таки? Слушай. Слушай.
банки одели на ножки стула, баклажки, то есть. Вот он, пожалуйста, матрас этот. Бомжи, наверное, жили тут. Все уже развалилось. Когда-то кто-то жил. Где-то собака лает. Кто-то ходит там. О, дедушка там какой-то. Вон он. Уходит в лес. Это он, видать, живет здесь. Он в туалет собрался, наверное. Да. Он пошел в туалет. Ладно, не будем ему мешать. Похоже, он здесь живет. Бородатый, заросший весь, седой. Вон он пошел. Вон он. Видать, он живет здесь. И вот это он себе вот такой вход люд сделал, завалил все этими, чтоб меньше кто видно лез. И он, видно, там на второй этаж где-то поднимается, может, а может, на первом где-то. Он, видно, где заколочены эти, может, он там и зимует. Офигеть! Там вонища такая. А может, хотели что-то делать, да, видишь, уже все ветром это посорвало. Что хочешь? Пришли мы. Пришли. А пойдем чуть вперед пойдем. Давай, давай глянем. Баська там в окно нигде не смотрит? Она на ту сторону смотрит. А, у нас на ту сторону. А в огородах, конечно, все здесь одежда. Одежда тут. Спорт, стиль. А вот это продукты. Кроссовки собрались. Кроссовки, да. Слушай, а вот еще куда... Это центральный вход в парк. Ага, слушай, так отсюда можно тогда ходить? Можно. Давай отсюда попробуем. Вот тебе это. Сейчас. Продуктовый магазин. Да. Может, здесь молоко и будет? А вон еще что-то. А? Вон еще что-то понимаешь. Это джипинг. Так, вот это получается центральный вход в парк. Как Люда говорит. Вот, да. Я никуда не пошел. А, вот и. Дворец туда, Люд. Дворец Эмира. Эмира Бухарского. 300 метров. Недалеко совсем. Курортный лечебный парк. 200 метров начинается. И Пушкинские галереи. Все туда. Все туда. Так.
Значит, мы сейчас отдохнем и пойдем уже в ту сторону, по новому маршруту. Вот здесь джипинг есть. В общем, от 2500 до 5000. Ага, до Грозного. Мои водопады Джилысу. Где? А, вон она. 3000. Джилысу, 3000. Это с человека. Да, с человека, но это, видишь, с 8, ну, это весь день. Слушай, а в Семииз, когда мы ездили, вот это на Мангуб-Кале, мы вообще его за 2000 у нас поднял? За машину платили, не за человека, а за машину. Ну да, ну там 10 минут, это на целый день был. Слушай, а в Грозный возят, да, вот это? С часов езды до Грозного. А что за магазин тут? Это почта. Нет, а вот там? А там почта тоже, сейчас все подряд тут. Вон, видишь, какая лестница? Где лестница? А, вот она. Это центральный город парк. Ага, ну... Мы сейчас отдохнем и пойдем уже, да, отсюда. Во-первых, уже что-то сегодня находились. Вот тебе кафе-бар. Да. А это куда там калитка, ворота? Пицца. Это все. Ага. Вот такой вот большой перекресток. Наверное, самый центральный перекресток здесь. Самый... О, Ленин, да, Люд? А? Ленин? Ну, да. Не снесли Ленина еще. Аптека тут, он даже, слушай, какой прекрасный район. Слушай, ну дом. И супер. Хорошо. Здесь и это Билайн. Оптика есть. Так, а большого продуктового нету, что ли? Все равно кушать будем в столовой. Ну да. Единственное, у нас я брала с собой яйца, можно яичницу положить, яйца сварить. Что, туда хочешь пойти? Да нет, пойдем. Пойдем обратно? Да. Если отдохнуть, ветер, надо прям. Просто сейчас отдохнуть, потому что скоро опять идти. Да. Так, а у кого у тебя батарея разрядилась? Или у тебя выключенный он? Люд, ну давай посмотрим. Неужели он у тебя все время выключенный был? Да нет, Володь, я же включала. Просто разрядиться он не должен был быть так быстро. Конечно, Люд, ты его не включила. Я идем. Включила, наоборот, выключила его, что ли? Он выключен, Люд? Нет, я, наоборот, я его там хотела включить и выключила. Ну, в смысле, перепутала, что ли? Это сколько шли, твой голос вообще ничего не записывался, Люд. Ну что теперь, ничего, мы переживем. Просто запись будет, я так, односторонняя какая-то. Я что-то говорю, у тебя спрашиваю, и в ответ тишина будет. Вообще. Или это продуктовый там тоже есть. С той стороны. Я, наверное, в какой-то момент перепутала. Вместо того, чтобы выключить, я включила, а потом наоборот... Вместо того, чтобы выключила. Ты же смотришь. Ну я не знаю. Пойдем, пойдем. Что ты хочешь? Молоко. Шли Люда все время с выключенным микрофоном шла. Выключила и не включила. Да, забыла включить. Так что... От нее голоса не будет никакого. Ну, тебе молоко. Ага, там опять всякие пирожки. Я не хочу ничего. Чего ты? Опять на меня разозлился? Конечно. Ой. Всю запись испортила. Ой. Так, давай. Молоко, о, дайте, пирожки, пожалуйста. Пирожки, пирожки. Вот.
Какие аппетитные пирожки. Ладно, так. Пирожки никуда не денутся. Оно одинаковое получается или нет? Вот коровка. Она будет вечером. Хотя на вечер она, много ну, всяких. Коровку мне дайте. Планов. Че? Расплатись. Ну на, доставай с телефона. Держи. Держу, держу, бросай. Пирожки жареные. Ой. А с чем? Не знаю, не спрашиваю. А пирожки с чем у вас жареные? Картошка, капуста, печенка. Картошка, капуста, печенка. А почем? 36, печенка 38. Ага. Что, можно вечерком взять или сейчас хочешь? Нет, я не хочу. Я не смысл так, я хочу, но я не буду. Пошли. О, я хочу, но я наелся. Только со столовой вышли. Ну ладно, вечером. А вечером будут же они, да? Или могут и не быть? Нет, просто вечером уже может тоже быть, ты наешься. Так. Капуста, да? Печенка, капуста, картошка. Капуста. Ну давайте по одному каждого. А в микроволновке разогреть и потом с молочком. Знаешь, как вкусно будет? Пошли. На, сама доставай карточку. А что? Мы же отдыхаем. 110. Пирожки ж можно покушать между водичкой. Мы лечимся и тут же диету нарушаем. Нет. А хочется. Я не а хочется вкусненького. Ой, как я люблю жареное. Диета не снимка. Все их долго не выдерживают. Приходят. Я вот на работе. Соуса пойдем понесем. Я на работе работаю, я там диету соблюдаю на работе. Ну, я на 2 недели уезжаю на вахту и там питаюсь по диете четко прям. А домой приезжаю, и все мне понесло. И мороженое, и пирожное, и тортики, и все на свете. Ну, спасибо. Спасибо. С такими пирожками на ужин тогда нечего ходить. Нет, я эти пирожки думаю после вечером, там, после ужина уже, перед сном там. Бывает же вечером сидишь и хочется что-то пожевать. Вот на этот случай пирожки. Слушай, это у тебя микрофон был выключен из самой этой столовки. Я же специально тебе дал передатчик. Самополно заряженный. Себе дал, взял чуть-чуть разряженный. Думаю, если что, у меня быстрее разрядится, я себе повербанк подцеплю, чтобы ты не таскала. Вот. А ты его просто не включила, наверное, когда мы выходили. Я вот не включала. Вот. Это... Я тебе просто несколько раз там говорил, выключи. Потом говорил, включи. Вот, он сам меня запутал. А потом, когда уходили, я тебе сказал, включи, а ты, наверное, не включила просто. Ты запутал меня, отлично, меня будешь. Я тебя не проконтролировал, наверное, просто. А вот ты что за QR? Закажи онлайн. Что закажи? А, пицца. Все. Пицца. Пиццу мы не будем заказывать. Я люблю пиццу видеть и покупать, да? Чем вот так вот. Почему? Если знаешь, в каком-то уже определенном месте можно и заказывать. Ну, в принципе, да. Да, с батькой где гулять? Что-то я тут не наблюдаю. Вот так по асфальту тоже как-то не это. Может, где-то там есть? Там нету места. Там нет, тоже некуда. Там, где там? Закрыто все. Ну, только туда вот пройтись по дороге. Там глянуть, там нету спуска где-нибудь? Нет, Володь, тут же бетон все за... В лес туда. Двор. Нету там. Сейчас чуть-чуть глянем вокруг дома. Блин, хорошо бы вот так в лес. Был бы спуск. Внизу котельная, наверное. Да, я, по-моему, с окошка смотрел. Так, вот туда, вон проход куда-то идет. Не знаю, в ту сторону можно. Люд, вот в ту сторону можно гулять с ней.
Я не знаю, куда там дальше идет дорога. Вот сюда бы где-то был бы выход. В ту сторону, да, Люд? Вот оттуда, если выходить. Ужас. Опять ветер бешеный. Какой ветер? И, ну, там по на трассе гулять, что? Ну, да. Здесь хоть потише. И мне кажется, вот тут сейчас может спуск туда. Ну, да, вот тогда в там. Может быть. Сейчас глянем. Главное, чтобы собак тоже бродячих. Да, вот сейчас слышу, там это... гавкали. Тоже страшно. О, все, Люд, есть тут спуск. Вот, можно туда ходить. Mm. Баську выгуливать сюда. И тут ну, это как затишка и... такая. Что вот тут она вот так слушай, погуляет. Слушай, у меня уже аж ноги гудят. Чуть сколько мы находились. А вот там вот что за... А вот чей-то домик день так. Да, вот тоже живут. Гаражик такой. Тоже такое. Старенькое все. Домик такой красивый, да? А вон дом какой, да. Вообще стекла выбитые. Ну тоже весь уже такой маленький. Или домик такой красивый, да? Какой? Вот это, да. Такой прям симпатюшка. Симпатичный дом, да. А, слушай, тут еще подъезд, ага. Да, вот так получается? Ой, что не так, пойдем с той стороны. Здесь за что, не пройдешь? Ну, здесь лучше. А здесь что-то, кто-то заселяется, видимо. Лед, вот там можно походить. Ну, там помойка как. Куда? Зачем там ходить? Где-то лезть, не с Баськой гулять. Да вот, зачем там помойки какие-то там? Она по мусорке, да? Собирать всякую дрянь, как обычно. Так, дошли мы. Ой, это ветер, а? Это же надо такой ветрище, подумай. Сегодня прийти, мне надо это. Я уже ноги гудят. А еще сколько ходить, представь? Да. Еще мы дома столько не ходим. Еще и с Баськой гулять, и потом еще, ой, ужас какой-то. А здесь квартиры еще даже нет. Не сняли с дверей. Наверное, не заселились еще, потому что ремонт делают. Ну что ты? Надо придавливать, Люд. Ключ ты не посадила. О. Еще. На три закрывал, да? Так, зверь нас. Вот он. Мосик, привет, моя скажи, что вы меня везде по всяким квартирам возите и бросаете? Ты моя, ты зайчка. Ты моя такая-то потеночка. Привет, привет. Ты моя козява, козява, козява. Меня бросили. Козява. Баська, ты напугалась? Да, да, да. Баська. Нет, ты боялась или перепугалась? Думала, что тебя бросили тут. Ты моя. Скажет, с одной квартиры на другую. Все время бросают меня, куда-то уходят. Моя зайка. Уезжают без меня. Да, Баська? Моя собачка. Моя девочка лапатусенька. Ты батя потесенька. Моя зайка, да. Надо ей вкусняшку дать. Надо вкусняшку ей дать. Сейчас дадим. Вкусняшку будешь? Вкусняшку будешь? Да? Сядь, Бася, сядь. Вкусняшку ж хочешь? Скажи, ради вкусняшки сяду. Буду сидеть. Сейчас вкусняшку тебе дадим. Да, заслужила. Сейчас, Бася, сейчас. Сейчас моя радость такая. Сейчас моя хорошая. Бася, нельзя, нельзя. Это моя вкусняшка. Ладно, все, раздеваемся, отдыхаем. Потом еще один будет рывок вечерний.